Приветствую всех любителей футбола и зрителей телеканала Ясное ТВ. Этот прекрасный вечер октября. Вашему вниманию матч между командами Батэ Борисов и Динамо Брест. Все готово к старту противостояния. И хочу поделиться с вами одной историей. Летом 21 года хотел я сводить свою бабушку на стадион в Борисове, которая является фанатом футбольного клуба Батэ. Но по стечению разных обстоятельств у меня не получилось. Ну и вот сегодня со мной на матче ее шарфик присутствует, поэтому для меня это противостояние также знаковое. Ну и давайте знакомиться с составами команд сегодняшних. Давайте начнем с гостей сегодняшнего матча. Илья Колпачук, номер 59, Михаил Гордейчук, номер 62, Дмитрий Лесняк, номер 90, и Евгений Ючиц, номер 99. Началась наша игра. 66 матчей, об этом немножко позже. Еще один заброс штрафную, и на мяче первым оказывается. Внимание, Милич, но выше ворот. Бессмертный. Подача. Удар по воротам. И первый опасный по настоящему момент нашего матча. Сейчас давайте посмотрим. Неплохая подача с правого фланга. И прям... Бочаров. Передача налево. Еще один навес. Удар по воротам. И какой сейф от Казакевича на 26-й минуте матча. Просто невероятная реакция голкипера. Брещан. И давайте смор. Отличный удар и левой рукой, как вытягивает на мяч из угла ворот Казакевич. Ну просто браво. Бессмертный. Неплохой заброс на 23-го номера. Можно пробивать. Подбирает мяч под себя. Передача в центр. Удар. И еще один опаснейший момент от Борисова. Какую же передачу Громыко вырезал на Станислава Драгуна. Ну и вот оброс на Громыко. Зрячая передача на Гордейчука. Ну и да, там при тех, кто, возможно, не так давно присоединился к нашей трансляции. Удар бессмертного издали. И снова сейф от Казакевича. Ну вот пока все, что летит в створ ворот Брещан. Казакевич забирает. Едва ли это не закончилось для Динамо Бреста. Смотрим мы еще раз сейф Михаила Казакевича. Удар там, с дальней дистанции. Что же придумают футболисты Батэ в этом эпизоде. Убегает на правый план Громыко. Бессмертный. Подача в штрафную. Скидка. И удар. Перекладина. Добивание. И первый гол влетает в сетку Динамо Брест. И ликует Борисов Арена. И это никто иной, как Бордачев. Неужели легенда борисовского Батэ выводит свою команду вперед. Давайте смотреть повтор. Давайте смотреть повтор. Перекладину мяч попадает. Добивание от Бордачева. Ну и да, забивает этот уже возрастной достаточно футболист в этом матче. Ну давайте посмотрим, сколько же. Шуманский. Передача на левый фланг. Только я начал говорить, что большинство атак идут по правому флангу. Еще один удар, и гол номер два залетает в сетку ворот брестского Динамо. Давайте смотреть эту отличную атаку. Ну и кто же там отличается? Дмитрий Бессмертный, номер 19. Гол в девяточку залетает от 19 номера. Прострел, там небольшой рикошет все-таки имел место. Ну и замыкает. Ну вот это уже больше похоже на гол-раздевалку. Ну и пока непонятно, за счет чего может Динамо Брест переломить ход этой встречи. Ну и самый опасный момент, друзья. Атакующее действие от Бреста на последних минутах тайма. Остается мяч у Борисова. Может получиться отличная контратака. Какой пас, разрезание. Выход к воротам. Можно пробивать. Удар. И где же мяч? Да! 3-0. И это Станислав Драгун. Капитан команды Борисова отличается. Ну это уж точно гол в раздевалку. И ликует Борисов Арена. Ну какой
Отличный гол от Драгуна. Давайте смотреть повтор. Там Манский, слушайте. Ну вот какой... Такая траектория мяча прям под перекладину от Шуманского. Показалось мне там, что это Драгун пробивал. Или все-таки Драгун? Нет, Шуманский, номер 99. Ну вот так переворачивает с ног на голову игру Батэ Борисов, и уже 3-0. Ну вот вместо него на поле появился Сергей Лынько. Вот так защитника снимает Андрей Прокопюк и выпускает нападающего Сергея Лынько. Явно не намерены брестские динамовцы смириться с этим счетом, с этим атаку. Это штрафной в исполнении Батэ. Продолжен озвучивать составы. Снова Бордачев выигрывает вверх. И в самом дебюте второго тайма едва ли посмотрим еще один стандарт у ворот брестского «Динамо». Подача на ближний удар. И как же сейчас мяч не попадает в ворот. Какой отличный момент. Буквально за минуту тут два потенциально голевых момента у футбольных сотников под номером 27. Повторяют нам момент. Некая подготовка к этому стандарту. Снова пробегает, пропускает мяч Громыко. Шуманский, подача. Нет, на мяче. Футболисты Бреста оказываются первыми. Бордачев с мячом. Пас на Драгуна. Филиппович. Снова передача на левый фланг. Подача. Опасно. Удар. И снова сейв от Михаила Казакевича. Ну вот еще один момент. Подавляющее преимущество в атаке от борисовчан выливается вот этот эпизод. Ну вот там стоит отметить, что по позиции голкипера. Ну и давайте поаплодируем вместе с Борисов Ареной. Это заветная 53-я минута матча. Посвященная, конечно же, Анатолию Капскому. Удар от Борисова. От... Ну и вот я даже в шоке немножко. Неужели мяч пошел мимо? И сейчас, конечно, было бы невероятно волшебно, если бы мяч после этого удара Громыко попал в створ ворот. И гол на 53-й минуте. Это было бы, конечно, снова незабываемо. Аплодирует до сих пор Борисов Арена. Пробегает мяч Гордейчук, Олихнович. Удар по воротам. Нет, это мимо. Исюкевич. Неточная передача от защитника Бреста. Контратака от борисовчан. 4 в 3 выбегают футболисты Батэ. Отличная передача на левый фланг. Удар от Милича. И... Снова тащит здесь этот мяч Казакевич. Ну, возможно, не самый опасный получился у Милича удар. Здесь не было вне игры, по всей видимости. Хотя там защита брестчан. Повтор этого эпизода. Отличная передача на Милича. Смещается в центр, пробивает. Ну и по центру ворот мяч летел. Поэтому у Казакевича не было особых проблем с этим ударом. Прострел в штрафной, удар от Бреста. Это опасно было. На ближнюю штангу пришелся этот удар. Ну и на месте Кудровец. Давайте посмотрим повтор этого эпизода. Ну да, это позиция, с которой обязан голкипер тянуть. Но это самая крупная победа Батэ над футболистами брестского «Динамо», датирована аж 98-м годом в чемпионате Беларуси тогда. 18-го. Неплохая передача налево. Здесь Сотников. Подача в штрафную. На дальнюю штангу. Добирается там до мяча футболист Батэ. Еще одна подача. Ну и чуть выше пробивает в этом эпизоде Станислав Драгун. Давайте посмотрим повтор. Мягкая подача Бессмертного. Зрячая на Драгуна. Но... Знаем мы уже все результаты прошлых игр. Удар еще один от Батэ. Это Станислав Драгун, капитан команды, забивает четвертый мяч в ворота Бреста. Ну и, наверное, все для «Динамо» в этом матче. Давайте смотреть повтор. Отличная передача в касание. И Драгун зряча мимо Казакевича пробивает. Кто же там передачу-то отдавал?
Ну и, по всей видимости, да. Сразу после забитого гола вот так меняет Кирилешевский драгуна и Станислав под аплодисменты своих болельщиков вот на отличной мажорной ноте покидает поле. Вместо него появится на газоне Сергей Сазончик под номером 4. Динамо Брест у себя дома 19 октября. Есть момент у Бреста, удар, и это забитый мяч. Нет, все-таки... Да, есть гол от брещан. 4-1 счет становится, отличается в этом эпизоде. Давайте смотреть повтор, как же там произошло, что останется. Андрей... Идет удар по воротам, неудачно отбивает мяч, затем спасает, но уже на добивании отправляет мяч в ворота Кудрявца. Листы за эту оставшуюся минуту повторить результат самого крупного голевого матча в истории своих противостояний, который закончился со счетом 4-2 в пользу борисовчан. Но вот еще раз передаем Дмитрию Доле пожелание скорейшего выздоровления. Еще один удар на последних секундах матча, и все. Друзья, 4-1, победа Батэ. Я же с вами буду прощаться. С вами был комментатор Юрий Макаров. Еще увидимся на матчах высшей лиги чемпионата Беларуси. Всем пока и берегите себя.